Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч второго тура группового раунда отборочного цикла к чемпионату мира Болгария-Италия. Статистика команд. В первом туре своей группы Болгария проиграла Швейцарии 1-3. Все три гола гости забили в течение 5 минут с 7 по 12, после чего матч можно было заканчивать. Все, что удалось хозяевам, забить гол престижа в начале второго тайма. Италия хлопнула Северную Ирландию 2-0. Итальянцы вели игру, забили в первом тайме два гола, причем оба с острых углов. Далеко не лучшим образом сыграл вратарь гостей. Доннарумма во втором тайме, воодушевившись «подвигами» в кавычках своего визави, решал его поддержать и устроил два привоза у своих ворот. Однако североирландцы были так великодушны, что оба раза простили хозяев. Соперники играли в одной группе к отбору чемпионата мира 14 и чемпионата Европы 16. В Болгарии оба раза была ничья 2-2. В Италии побеждали хозяева два раза по 1-0. Буки ожидаемо ставят фаворитами гостей и считают, что матч должен получиться результативным. Интересно, что на тотал меньше 3,5 и на тотал больше 2,5 стоят одинаковые коэффициенты по 1,58. Болгария дома любит много пропускать. Италия последние три матча выиграла 2-0 и не пропускала в последних четырех матчах. В последний раз такая длинная нулевая серия у Италии была в 18-19 годах. Поэтому здесь вполне резонно предположить, что Италия должна бы уже пропустить, но в то же время и забить больше двух тоже должна бы. Поэтому тотал больше 2,5 вполне реальный на этот матч. Из связки ставок тотал больше обе забьют «да» победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют «да» – 2,40. На тотал больше 1,58, на победу гостей 1,21. Брать отрицательную фору на гостей здесь достаточно опасно, ибо последние 4 очные матча сквадра «Адзура» не выигрывала у Болгарии более чем в один мяч. Да, сейчас у итальянцев немного другая команда, но не так, чтобы уж и очень. Обе забьют «да» – это ставка на удачу. Хотя она имеет под собой хорошие статистические основания для захода. Доннарумма чудил в предыдущем матче, но североирландцы мазали из выгодных позиций. Можно ждать, что болгары будут более точны. Вариант с тотал больше 2,5 уже как бы назрел для итальянцев и должен бы залететь со свистом. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.